Приветствую всех на канале. Посмотрим, что в этой посылке. В этой посылке у нас, узнаю, вольт-амперметр для разработки и создания блоков питания, лабораторных блоков питания. Ну, давайте посмотрим, что в пакете. Так, откроем, скальпелем. Так, это у нас, вытаскивается, вольт-амперметр. Так, ну такой похожий брал. В чем же отличие? Я специально закупил два варианта разных. Не знал, какой из них лучше. Один вот справа, который. Здесь разница в чем? Тут если посмотреть, тут вот с мощными проводами три провода выходят почему-то. А здесь только два мощных. Сдается мне, что тут пытались сэкономить по деньгам. Вот, а здесь у нас что еще? Три вывода, а здесь выход 2, это только на питание. Поэтому разница чувствуется, ощущается. Вот, будем сравнивать их. К этому вольт-амперметру есть два шлейфа таких. Это питание, а это вот, собственно говоря, шлейфы измерений. Так, соединяется это легко. Здесь мы, значит, не ошибемся. Все это понятно. Есть особенность у этого вольт-амперметра. Сначала характеристики. Вспомним 100 вольт и 10 ампер. Вот тут закрашены. Есть разные варианты. Но. И питание 5, от 5, от 4,5 до 30 вольт. Вот. Попытки запитать. Может быть ошибка, когда мы попытаемся запитать это напряжение, которое выдает блок питания. Вот это устройство, потому что есть гальваническая связь. Чтобы ее избежать проблем, да, можно применить, допустим, блок питания на 5 вольт. Питать будем от такого пауэрбэнка с фонариком вместе. Это мы сами сделали. Вот такое видео есть. Вот я его подключаю через, вот, соединяю быстренько через быстрозажимные клеммы. Вот. Ну что, можно сказать, на изображение, ну это на камере может искажение быть. Но так вообще красный цвет и синий, это амперы, красный вольт. Изображение хорошее, немножко вот с амперметр как-то синий, может синий хуже показывает, чем красный. Поэтому не так хорошо это все четко видно. Займемся калибровкой нашего вольта-амперметра с помощью вот такого шикарного блока питания. Такое видео было. Тут при калибровке надо учитывать провода. Красный это у нас всегда плюс идет. Вот. Вход это у нас черный идет кабель. Вот он. И синий идет на выход. Вот и все. Сначала мы посмотрим вольтметр, как работает. Я подключил наш вольтметр к пауэрбэнку. Вот он, пауэрбэнк с фонариком. Так, теперь давайте включим, подадим напряжение. Первая установка у нас 30 вольт. Подаем, смотрим, 30 вольт и 2 отклонения, 0,2. Так, следующая установка у нас 25, это я специально установки такие сделал, чтобы быстро все это проводить. Тоже на 0,2 вольта отклонения. Так, третья установка у нас 20 вольт, так, подаем, 22, тоже отклонение на 0,2. Очень хорошо, кучность как бы стрельбы у нас хорошая. 15, 15,1. Тут уже уменьшается. И последний 5 вольт подаем. 5 вольт тоже. То есть получается немножко завышенное напряжение. Вот. Если посмотреть на схему, вот здесь есть два подстрочечника. Подстрочечный резистор, вот этот, который справа, это напряжение меняет и ток меняет тот. Поэтому, подкрутив вот этот немножко, мы подкалибруем наш вольт-амперметр. Вот я установил 30 вольт, 30 вольт подобрал. Теперь давайте М2 посмотрим, 25 вольт. Подаем 25 вольт, 25, 25, шикарно, шик-блеск, как говорится. Так, 20 вольт. Подаем 20 вольт, 20 вольт. Фу. 4. И последний, сколько у нас, 15 вольт.
Давайте 15 вольт подадим. 15, 15, 0. Замечательно. Замечательно. Теперь хочу ток проверить. Схема соединил. Вот этот нагрузочный резистор, он нам позволит использовать. Так, соединил с лабораторным блоком питания. Карат. Вот, это как у меня эталонный. Включаем, подаем напряжение. Напряжение я 100 миллиампер подал. Так, на лабораторном блоке питания 0,6 вольта. Здесь тоже 0,6 вольта и 0,1 ампер. И на лабораторном совпадает полностью. Так, отлично. Так, теперь что? Давайте попробуем подать ток побольше. 1 ампер. Подаю ток, посмотрим, сколько будет. 1 ампер подаю, точно 1 ампер. Напряжение 5,66 вольт здесь и на лабораторном блоке питания 5,67 вольт. Отлично. Так, теперь давайте ток подадим еще больше. Напряжение дает больше и ток тоже сейчас поставлю. Ток побольше. Так, ну давайте 3 ампера поставим. Больше мне не понадобится, наверное, не планирую создавать блоки питания более. Так, 3 ампера точно ровно, амперметр работает шикарно, 17,2 вольта, там 17,3 вольта, то есть показания отличные. Таким образом, я сравнил работу вот этого и вот этого вольт-амперметра. На вид они очень похожи. Вот здесь у нас как бы глянцевая поверхность и видно циферблаты, а здесь ничего не видно, циферблатов не видно, а так все одинаково, размеры один к одному, так что они взаимозаменяемые, даже похожи вот эти. Так, здесь эта бумажка, наверное, цепилась, но она была. Вот, то есть указано на предел тока 10 ампер и 100 вольт. А вот здесь уже разница видна. Так, вот этот, который непонятный, невнятный, то два провода отсюда, то еще один отсюда. В общем, какая-то ересь. Вот. Ну и как бы вот этот, который справа, вот этот не рекомендую брать, потому что никак мне не удалось внятные данные получить, то есть расхождения очень большие, особенно потоку. Поэтому это такой плохой вариант. Он и стоит дешевле, дешево, не случайно, видать, по всей видимости. Ну и видно шунт, посмотрите, шунт какой тут. Так, я давайте вот это все выну, вот эти все кабелечки, вот, чтобы видно было вам лучше. Шунт с этой стороны, с правой стороны, который плохой, у него шунт действительно несерьезный какой-то, тонкий и короткий. Вот здесь шунт, посмотрите, довольно-таки большой, мощный. И видно по сплаву, по цвету металла, что здесь какие-то примеси гадкие есть. Здесь похоже на чистую медь. Да? Вот. И сборка тут очень много флюса и так далее. Похоже, это фейк какой-то сделанный. Ну, как попало, что попало. Микруха тут, смотрите, какая здоровая. Тут стабилизатор, все есть. Тут как бы и деталей побольше. Вот этот показал плохую работу. Стоит он дешевле. Этот дороже. Вот. И здесь вот эта пластинка мне понравилась. Тоже хорошо изображение показывает. Так что вот это крутая штука. И точность очень высокая. Я не пришлось мне калибровать ничего. А здесь я хоть и калибровал, ничего не удалось внятного допустить. Поэтому это мусор, выбрасываем его. А вот этот отличный. Разница там имеется где-то $0.5, но зато вот это уже брак полный. А это отличный вариант для работы. Буду ставить лабораторный блок питания именно вот такую схему.